слушайте врачей. Не слушайте, надо, ну вот, вы поняли, да, с чем это, в принципе, связано. Что мы предлагаем? Вот вы видите, здесь пояс миостимулятор. Еще можно было бы сюда положить вот бабочку нашу от кровати, да? Если вы садитесь в теме, значит, там вообще два слоя больших мышц выслан. Вот вся эта вот часть, она вся, вот сначала идет эта связка, а потом глубокие мышцы, они выстилают все дно. А потом еще есть слой такой второй, самой поверхностной, он выстилает половинку, вот где мочеиспускательный канал и влагалище. Вот эти вот мышцы тазового дна, они называются, вот их тренируют. Когда вы садитесь всеми мышцами и тренируются и поверхностные, и внутренние, и в том числе сфинктер, но нет вот этого воздействия на верхний сфинктер, который мешал бы вот правильной регуляции. То есть мы тренируем мышцы здесь, а теплом и прижиганием мы еще можем подтянуть связки, улучшить кровоток в этих органах, и поэтому хорошие результаты. Результаты тоже обязательно расскажу, потому что это очень важно. То есть здесь мы работаем с мышцами, мы всегда работаем миостимулятором. Он для того и придуман, там импульсы такие же, как идут по нервам, чтобы мышцы тренировались. Мышцы тренируются. Если мы их тренируем, причем, да, таким тоже можно. Ну вот надо на него сесть, но вот что важно. Есть Голод, по-моему, доктор, да? У него есть целая лекция, как правильно садиться на такой, как правильно делать. Что тут надо запомнить? Вот вы сели на него, вот вы можете на эту часть сесть, ну, влажненько, ну, голым телом надо садиться. Вот, конечно, удобнее на тот большой, что говорить, там ничего не надо придумывать. А здесь, значит, вы садитесь, и вам надо так, чтобы на живот у вас не попадало, чтобы брюшная стенка не сокращалась. Потому что, нет, вы закручиваете оставшуюся часть на ногу. Один раз на одну ногу, другой раз на другую, чтобы тренировать и те, и другие мышцы. Вот таким образом. То есть тут мы садимся так, а здесь мы это закручиваем на ногу. Там подробненько это все есть. Может быть, Альбина сделает мастер-класс, чтобы вы могли все это попробовать. Ну,